Голос небес говорил: «Не ссы, прорвешься, ядрена мать. Вот тебе злые глаза, чтобы псы боялись тебя догнать. Вот тебе средства от глупых змей, собственный горький яд. Вот тебе вера, ее не смей тратить на все подряд. Вот тебе мама, она умрет. Что ты грызешь губу? Это отличный сюжетный ход, лица родных в гробу. Вот тебе правды пустой сундук, вечно его стеречь. Дети, кастрюли, долги, супруг и голова до плеч. Вот тебе серая горсть монет, старый иудин долг. Вот тебе мысль, что Бога нет. И навсегда